Здравствуйте, дорогие друзья! Это второй обзор переросших стартеров практически взрослых растений. Единственная у них беда, они еще не совсем окрасились. Но буду показывать и окрашенные, и не окрашенные сорта. И здесь у меня на полках их много, поэтому какие-то сорта будут попадаться по два раза. Оставляю себе всегда двойные. Ну вот, дойдем и до этой полочки, где стоят все яркие, красные, прямо вот такие вот расписные. Здесь места немножко, и лампа самая-самая яркая стоит, поэтому недавно заказала себе лампы. Алексей все сделает, и думаю, окрасится очень быстро. Какие-то можно заказать стартерами, если вам интересно, пишите. Не все, которые показываю, продаются, это в основном мои экземпляры, но стартеры тоже есть, и их много. Заказ можно оформить на WhatsApp 839-464-6004. И, конечно же, много-много деток подросших и новинок. Новинки, которые получала листом по весне, тоже уже подросли. Итак, называю вам сорт. Показываю его. Это номер 5, Малайзия. Она будет еще краснее, очень красная и эффектная. Это природник. Это Регал Минуэт. 144 будет огненно-красный и как атласный материал, такой красный с черной серединкой. Это DS Призрак, 42 номер. Смотрите, какая красота, такой призрачный и очень похож на него. По-моему, здесь у меня нет дымчатый топаз Лирекс, их практически не отличить, так что можете дымчатый топаз смело заказывать. Это номер 2, весенний сад. Ну, кто его не знает? Конечно же, многие знают. Это у меня Галапагос, по-моему. Да, еще, да, 47-й Галапагос. А тоже серединка будет малиновая у взрослого растения. Пока что белая. Так, вот здесь вот подозреваю, что это... Так, 172-й. Есть у меня лик самоцветы, есть карнавал. Кто из них кто, не могу сказать. Вот такой вот весь пятнистый. Ну, в общем-то, у меня в прайсе есть, если что, посмотреть. Так. Кому понравится, просто пишите 172. Black Queen, черная королева. Смотрите, какая красота. Лист в форме сердца. С такими вот шикарными разводиками белыми. Весь атласный переливается с черным кантом. Black Queen 98. Так, это у меня SV Chili. Ну, хотя здесь она вообще не похожа. На самом деле будет настолько яркая расписная. Пожалуйста, посмотрите мой каталог, видеокаталог. И вот там можно посмотреть взрослые растения. Здесь все дело у меня в лампах, не так окрашивается. Поставила на подоконник, окна очень солнечные, и, в общем-то, у меня листья как взялись сохнуть. Я начала скорее убирать и попортила растение. Вот какой красивый, тоже еще не весь окрашенный. Так, кто ты у нас, парень? 23-й, это Тедди. Тедди тоже очень красивый, да, и у него окрас шикарный. Очень похож на 62-й, на ловец снов. Вот такой красавчик. Тоже еще не весь окрасился. Со серединки вот уже нарядная. Так, по-моему, это праздник. Или это 43-й, 31 июня. Сейчас посмотрим. Да, это 31 июня. У меня есть взрослый, я вам его постоянно показываю. Он огненно-красный. Но форма и вот рисунок можно посмотреть. Красавчик. Это хамелеон, КА хамелеон, такой вот он и есть, он ярче уже не будет. Весь переливается, такой атласный, блестящий. 104 номер, 44, вот их здесь два, лазер лайт. На самом деле он такой темно-вишневый будет весь, есть вся серединка темно-вишневая с красивой улиткой. Номер 12-й. DS Пандора. DS Пандора, а дальше вишня в шоколаде. И
рождественская звезда. Вот они тоже очень-очень похожи. Но если у Пандоры пятнышки такие больше серо-сиреневые, то у вишни в шоколаде темно-вишневые, а у рождественской звезды темно-красные. Ну а так по форме можно даже перепутать. Вот это, конечно же, кто? Это у нас Полесье, СВ Полесье. Кстати, вот на этой полке у меня стоит взрослое Полесье. Вот так оно выглядит. Вот так выглядит, здесь уже окрасилось. И вот так выглядит СВ Полесье. Есть еще штуки 3 стартера. Вот здесь больше окрашивается. Но, к сожалению, полочка маленькая, все туда не входит. Так, вот это, по-моему, 139-й Color Vision, да. Тоже будет красный, красивый, красивый. Очень красивый, яркий Color Vision. Вот это, этот сорт. Это, по-моему, Raspberry Torte. Да, это Raspberry Torte. Raspberry Torte. Шикарный. Вот он. Так, это у меня Haven Gioconda. Будет серединка такая коричнево-красная. И край листа темно-зеленый. Это номер 127. Аравийский закат. Шикарный. Это бегония Кейн. Лист вот такой удлиненный. Красная изнанка. Самая-самая неприхотливая. Она очень красиво блестит. Смотрите как. Ну и в маленьких детках ее быть не может. Все вот такие вот огромные кусты. По 450 рублей. Кому нужны. Ну и по 500, которые уж вообще там по 40 сантиметров. Вы размножаете, отрезаете. Очень быстро укореняется. Так, это шампанское. 137. Шарлотта Шифон. Путаю его с розовым шампанским. Розовое шампанское у меня тоже есть под номером 31. Детки. Тоже очень-очень похожи. Будут ярко-розовые и полосатые. Вот этот тоже какой-то красавчик. Так, кто ты у нас? 175-й. Ну вот опять, кто мне 175-й? Либо конфетти, либо калейдоскоп, либо карнавал. Так, это узнаете? Это Антарес. ДС Антарес. Красавчик. Детки тоже еще есть. Так, вот у этого у меня кто он? Это 24-й Микки Маус, но он здесь вообще не окрашен. То, что он переливается, ничего не сказать. Сказать мало. Вот он настолько весь переливчатый, и цвет у него будет такой темно-сиреневый. Сочный-сочный. У меня где-то даже стоит на заставочке. Ну и мы с вами еще упустили вот этот. Так, 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 так. Это не он. Так, а где же у меня... Вишня. Вишня в шоколаде. Вишня в шоколаде. Уже убрала куда-то. Вишню в шоколаде найти не могу. Ну, ладно, зато вместо нее покажу вот вам ДС-сказка. 82 номер. Смотрите, какая красота. Прелесть. ДС-сказка. И, конечно же, микросперма. Красота. Вот такая. Есть у меня еще путаенция с такой же. Ну что, девчата, на сегодня, наверное, хватит. Потом будут еще обзоры, буду показывать. Фотографии это, конечно, красиво, но когда смотришь воочию, сразу понимаешь, вот этот цветок я хочу или вот этот цветок я не хочу. Потому что можно увидеть, какой он растет. Большой или приземистый, пушистый или вытянутый. Смотрите мой плейлист «Декоративно-лиственные бегонии». А также плейлист «Экзотические растения». Заказывайте пока лето, чтобы успели прийти и вас порадовать. Всем добра, мирного неба над головой. Главное – здоровье. До новых встреч!